Меня зовут Юлия Жукова, и сегодня вас ждет интервью с человеком, который является экспертом в области маркетинга и рекламы, а также является сотрудником холдинговой компании и работает в отделе маркетинга. Данную девушку зовут Пилюк Мария Викторовна. Я нахожусь в ее ожидании. С минуты на минуту она появится, и мы возьмем вместе с вами у нее интервью. Мария Викторовна, здравствуйте. Значит, в рамках деловой встречи мы с вами сегодня впервые встречаемся. Но я знаю, что вы хорошо сведущи в теме маркетинга и рекламы. Расскажите, как вы к этому пришли и что способствовало решению обучению данного вопроса? Я давно, еще когда училась в школе, решила направиться именно в эту сторону, потому что с каждым годом реклама набирает свои обороты, и на самом деле, несмотря на то, что она с древних времен у нас работает, каждый год она обновляется, появляется что-то новое. Буквально несколько десятилетий назад у нас на самом пике рекламы были такие каналы, как телевидение, то есть самая продуктивная реклама была там. И если бы в то время нам сказали, что появится какой-то там Инстаграм или какой-то Фейсбук, и оттуда люди будут что-то продавать, ну, наверняка бы сочли какими-нибудь психами, как минимум, да. А сейчас это реально работает, это реально действует. И на самом деле мне даже интересно за этим следить. То есть вот это движение, которое постоянно что-то привносит новое в нашу жизнь. Даже вот так. Я вас поняла. Спасибо большое за вопрос, за ответ на вопрос. Мария, расскажите, как дело обстоит у вас на данный момент? То есть каких вы достигли высот и какова ваша профессиональная деятельность? Я занимаюсь чем и мечтала, собственно, также иду по направлению маркетинга. Сейчас являюсь ведущим специалистом в консалтинговой фирме и продвигаю именно услуги своего холдинга. Собственно, занимаюсь в основном массовыми email-рассылками, тоже достаточно новое направление, которое набирает обороты, и несмотря на то, что есть каналы, которые считаются более окупаемыми, наше направление тоже достаточно прибыльное и тоже расширяется, постоянно обновляется. Я вас поняла, спасибо за ответ. Так, ну тогда у меня к вам еще такой вопрос. Скажите, сейчас много компаний переходит на ведение бизнеса онлайн. Как именно вы считаете, почему это происходит? Ну, во-первых, интернет у нас развивается с каждым годом все сильнее и сильнее. И понятное дело, что реклама не будет стоять на месте, будет следить за тем, куда идет волна, куда идет и следует наше общество. Соцсети, интернет как таковой, он является всеобщим средством, где люди могут мгновенно получить информацию. То есть тебе не надо идти узнавать у людей, которые работают в офисе, как они будут свои услуги предоставлять. Ты можешь зайти на сайт любой фирмы и в течение нескольких минут полностью узнать всю ее историю. Узнать и цены, и услуги, и как получить товар, допустим, да, или ту же услугу. Поэтому чем мы будем двигаться дальше в этом направлении, тем упрощаться будет у нас сам процесс. То есть даже сейчас мы уже можем заметить, что в зависимости от наших с вами интересов, а за этим уже давным-давно поисковые системы наблюдают, да, что мы вбиваем в строке, нам потом предлагается соответствующая реклама. То есть даже вроде ты об этом не задумывался, а тебе уже предлагают то, что ты когда-то там давным-давно спрашивал. Вот. И на самом деле это очень интересная вещь. И вот чем больше мы туда вникаем, тем больше эта сфера развивается, и она действительно прибыльная. Хорошо.
Ну вот тогда, судя по вашим ответам, смотрите, тема маркетинга и реклама в ведении бизнеса играет огромную роль, как вы подчеркнули. Ну, у нас MLM-компании сейчас как будто бы соревнуются в профессиональности, правильности подхода к рекламе. Подскажите, что нужно помнить каждому человеку, сотрудничающему с MLM-компанией? Я думаю, в любом случае, неважно, MLM-компания или нет, в первую очередь это бизнес. А в бизнесе нужно думать о своем клиенте, о том, что ты ему можешь предложить. И, естественно, о том, что он хочет от тебя получить. То есть вы должны как бы предугадывать, идти на шаг впереди, предлагать то, о чем он еще даже не успел подумать. MLM-компании в этом смысле на самом деле очень продвинутые. То есть они действительно идут на шаг впереди, что позволяет притягивать к себе все больше и больше клиентов. То есть вы в первую очередь базу наращиваете, на которой строится весь ваш бизнес. Ну, посоветовать здесь развиваться. И сейчас, как и везде, реклама у нас работает на личном примере. То есть у нас сейчас больше обращают внимание не сколько на саму компанию, а сколько на конкретного человека, который эту компанию представляет. Представьте себя хорошо, и тогда ваша компания будет прибыльной. То есть личный бренд нужно развивать, как все об этом говорят. Да. Хорошо, ну, в поисках личного бренда там или позиционирования себя все люди ищут заветный рецепт успеха. Какой-то заветный, непонятный. Вот тогда ответьте, может быть, именно в правильном знании маркетинга и рекламы зарыт этот успех? Я считаю, что, естественно, теоретические знания маркетинга, они нужны, они помогают в какой-то степени, но это точно так же, как, знаете, как работа художника. Если у тебя есть талант, то ты можешь не учиться в художественной школе 7 лет, ты будешь рисовать это от души. Точно так же в бизнесе, если у тебя есть в душе это ощущение, что ты можешь двигать компанию, то сколько бы ты теории не учил, она будет ложиться по-другому все равно. Да, для тех людей, у которых нет вот этой вот жилки, им можно пользоваться как раз вот этой теорией. То есть это как математика, да? Ты либо можешь вызубрить все эти формулы и решать эти уравнения, потому что ты знаешь формулы, либо ты можешь по своим ощущениям подставлять данные, которые надо, и у тебя получится верный ответ. Я поняла. Ну тогда, опять же, следуя из предыдущего ответа и вопроса, я хочу спросить, какие принципы мешают или, возможно, помогают именно вам двигаться в жизни, продвигаться в маркетинге, работать в вашей компании? Мешают или помогают? Я вот, наверное, буквально недавно осознала, что лично у меня есть определенный консерватизм в маркетинге, который не дает иногда совершать вот скачки. То есть иногда мы ставим себе цели долгосрочные, то есть постоянный поток клиентов, но все равно нужны встряски, когда нам, ну, массово, допустим, сделать какую-то акцию, чтобы получился всплеск, чтобы еще больше клиентов к себе привнести. Вот на таких всплесках у меня как раз срабатывает вот этот консерватизм. То есть где нужно использовать что-нибудь эдакое, да, например, какой-то интернет-мем, да, воспользоваться этой волной, которая сейчас в обществе там шумит, у меня сразу срабатывает так. А как мои клиенты на это отреагируют? А вдруг им это не понравится? Я же так никогда не делала. И сразу начинается вот это вот менжевание какое-то. Естественно, я в этом начинаю терять. Ну, я стараюсь, по крайней мере, отойти от этого консерватизма, но на самом деле это не так просто, когда вот уже какое-то осознание сложилось и не хочет никаким образом двигаться. Я вас поняла. Так, дальше. Тогда вопрос такой. Есть ли тогда секретные системы работы в рекламе, маркетинге, которые не знают обычные люди, не знаем мы?
То есть обучают ли вас, или, быть может, обучали ли каким-то неким секретом в этом, в этой сфере? Я не могу сказать, что прямо секреты или что-то такое. В принципе, в любом деле есть свои нюансы. Чем не занимайся, всегда появится то, что приходит с опытом. Сколько теории не учи, пока ты не возьмешь в свои руки это дело, ты не узнаешь вот как раз этих нюансов. Здесь в рекламе точно так же. Я когда только начинала заниматься массовыми рассылками, я смутно себе вообще представляла, как обстоит сам процесс. То есть это никогда не было секретом. Люди открывают письма, люди их читают, и в зависимости от того, что им предлагают, они могут сделать покупку, совершить, да? Но, тем не менее, пока я не начала этим заниматься, для меня это было чем-то, даже можно сказать, тем же секретом. Как только ты берешь это в свои руки, ты, естественно, начинаешь изучать сам предмет, связываешь себя с этим объектом исследования, и тогда уже понимаешь, что да, есть какие-то моменты, которые очень сильно влияют на процесс в целом. Но секретом это назвать нельзя. Там, сейчас у нас опять же интернет, который дает нам возможность изучать информацию буквально по щелчку, по любому запросу в строке Google мы можем найти достаточно много информации. Хорошо, тут тогда у меня всплыл спонтанный вопрос. Вы говорите о email-рассылках. Вот сейчас у нас мессенджеры есть. WhatsApp, Viber, Telegram. Кстати, что вы можете сказать, работают ли также мессенджеры на клиентов, на компанию, или же email-рассылки как были, есть и будут, или они сживают свое? Я скажу так, по моему опыту, сейчас они идут наравне. Мессенджеры еще не так много набрали в себя силы, скажем так, а email-рассылки сейчас находятся на своем пике. Понятное дело, что интернет, как я уже говорила, с годами обновляется, привносит что-то новое, но реклама в мессенджерах, она еще не так развита, потому что на самом деле у нас очень большое количество клиентов, вот даже из моего опыта, да, которые просто не пользуются этими технологиями. То есть люди реально до сих пор сидят с кнопочными телефонами и абсолютно не знают, что такое WhatsApp, для них это какое-то страшное ругательство, но открыть почту в своем браузере его там внуки научили, скажем так, да, и ему пока проще просто нажать на кнопочку «прочитать письмо», чем «ой, WhatsApp, что это вообще такое?». Вот, они пока наравне, я считаю. Я поняла вас. Мария, скажите, вот сейчас Telegram обещают его закрыть. Вот вы в сфере рекламы, маркетинга, что можете сказать? Люди бьют панику. Что делать с этим? Закроют? Нет, потому что там роботы, там технологии, там уже люди неимоверных денег платят для развития будущего. Да, что будет с ним? Я не могу судить прям со стороны великого знатока об этом. Я могу лишь сказать свое мнение. Это, мне кажется, не закроют, потому что люди реально на этом зарабатывают, и сама программа на этом получает миллионы, миллиарды, не первый год уже существует, и ну, просто так не закрываются такие обменники, да. А сейчас, тем более, в наш век, просто так закрыть место, где обитают миллионы людей, даже миллиарды, не так просто, потому что эти миллионы и миллиарды умеют бунтовать. Даже не вставая со своих кресел, там диванные войска наши любимые, они все равно реально действуют. Вот буквально на днях был обрыв связи Skype. Я думаю, многие заметили, потому что это по всей нашей стране, в Великобритании, еще в нескольких странах в Европе случился обрыв. Да, там такая шумиха началась, то, что посреди рабочего дня, особенно у нас в России, это был как раз самый разгар дня,
случился обрыв, и люди просто не могут связь держать между собой. Даже вот из своего опыта люди сидят в одном здании, но на разных этажах, и постоянно там бегать друг к другу, уточнять какие-то вопросы, это неудобно. Мы реально пользуемся скайпом для переписки, чтобы обмениваться какой-то информацией, и тут обрыв. Ну, поднялась, естественно, шумиха, вот. А представьте, когда тут отключат социальную сеть, в которой люди не просто обмениваются по работе данными, да, а в которой они общаются на личные темы, то есть это будет шумиха глобальная. Поэтому я думаю, нет, естественно, не закроют, точно так же, как у нас на днях был обрыв Гугла, когда в России у нас наш Ростехнадзор решил запретить одну из частей поисковую. У нас тоже случился обрыв, но в течение дня этот вопрос очень быстро решался, потому что, ну реально, это те гиганты, которых просто так не закроешь. Я поняла вас. Ну, и, наверное, напоследок. Так как я сотрудничаю с MLM-компанией, и многие, я думаю, послушавшие наше видео, в дальнейшем, возможно, будут сетевиками или люди, которые будут присматриваться к данной деятельности, у меня назрел вопрос. Что вы можете нам всем пожелать, сказать или же приоткрыть какую-то завесу в нашей работе? Я вам желаю продолжать свой путь. Если вы чувствуете, что вы способны, что вы можете это сделать, никогда не останавливайтесь. Даже когда у вас возникают некоторые сомнения, это всего лишь перерыв, маленькая пауза в вашей деятельности. Секрет в том, чтобы просто любить то, чем ты занимаешься. Неважно, какой это будет бизнес, важно, что вам это приносит удовольствие. Ну вот, все. Я поняла. А вот, кстати, вы хотите сказать, что вы скайпом даже в своей компании занимаетесь, общаетесь, находясь в разных... В разных кабинетах сидим, да, и общаемся посредством скайпа. Вот, до чего доходят технологии. Ну и, Мария, я не могу не задать вам некоторый постскриптум от вас. Ну, ожидаю этот постскриптум с таким вопросом, как... Какую нишу людям нужно выбирать для осуществления сотрудничества с MLM-компанией? То есть, может быть, знания о рекламе, о маркетинге вам позволяют судить иначе, и зная эту область изнутри, нам посоветовать? Честно говоря, у меня уже давно сложилось впечатление, сложилось мнение, что реклама, маркетинг – это все наша жизнь. Что бы ты ни делал, чем бы ты ни увлекался, ты все равно занимаешься рекламой. Это самореклама или это реклама и маркетинг как именно само явление. Да? Ты в любом случае занимаешься всегда рекламой. Ты даже когда идешь и просто своему другу что-то советуешь, ты уже ему рекламируешь. Да, то есть сарафанное радио у нас никто не отменял. Поэтому увлекайтесь своей работой, даже читая там, ну, любую книжку с полки, возьми, ты ее прочтешь, кому-то посоветуешь, ты уже будешь учиться общаться с людьми напрямую, да, даже посредством просто вот такого повода. Что бы ты ни делал, ты делаешь рекламу. Спасибо большое. Ну... У нас получилось интервью в виде консалтинговых услуг. А вы скажите, вы личные проводите какие-нибудь беседы, услуги, сопровождения? Ну, получается, что да, потому что я совмещаю свою работу маркетолога вместе с обучением студентов именно по маркетингу, по визуальной имиджологии. Поэтому, да, так или иначе, мне приходится им что-то советовать, делиться каким-то опытом, который я уже получила на своей основной должности, да. Вот, читать лекции, это тоже рекламировать услугу, это рекламировать дальнейшее какое-то отношение к рекламе.
Я люблю периодически в соцсетях проводить, ну, между знакомыми, между друзьями какие-нибудь тоже такие веселые штуки. Например, сейчас у нас очень модно направление как челлендж. Да, постоянно у нас, особенно зарубежные звезды, любят устраивать. Я помню, когда началась шумиха с обливанием холодной водой, и по всему интернету это было. Потом была шумиха, когда люди там какие-то фигуры выставляли из тел непонятные, затем танцы опять-таки же непонятные. Вот, и со своими друзьями тоже мы периодически, вот хочется повеселиться, подурачиться, устраиваем какие-нибудь челленджи. Но это так, в своем кругу. На массу я, конечно, таким не занимаюсь, потому что, ну, потому что пока не занимаюсь. Мало ли, может быть, в дальнейшем мне захочется что-то такое сделать, и я начну это повсеместно. Я поняла вас. Ну, я от себя желаю вам дальнейшего карьерного роста, процветание, возможно, даже переход полноценный на онлайн-работу. Я думаю, такого сотрудника ищут многие предприниматели особенно. Ну, и я рада, что я с вами знакома и в близких кругах нахожусь. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Приятный разговор. До свидания. Пока-пока всем. Ну что ж, всем спасибо за внимание. С вами были Юлия Жукова и Мария Пилюк. И до новых встреч с новыми людьми и интервью.